Итак, продолжаем «Три цвета времени». А кто, по-вашему, одержит верх? Республиканцы или конституционалисты? Это безразлично, ответил Бейль. Во главе Франции становится банк. Что-что? С удивлением спросил Морест. Да, Франции будет управлять банк. Директором акционерного общества Франция и Париж назначен герцог Орлеанский, который станет выполнять волю банкиров. Я ничего не понимаю. Ну, это уже не моя вина, сказал Бейль довольно невежливо. Но я думаю, меня хорошо понимает наш провожатый. Рабочий закивал головой. Гражданин говорит правду, сказал он. Если не будет республики с правами для рабочих, то будет король с правами для банкиров.